Повезло, что у Златка есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Даже не знаю, ездил ли он на ней. А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов, в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Далеко нам еще? Еще час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Надо найти убежище, спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям!
молчала. Будет сложно найти здесь укрытие. Иди посмотри! Я что-то нашел! Дай-ка я... Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Алиса? Когда-нибудь так будет?
Я не знаю, как это, Алиса. У меня не было семьи. Но мы можем устроить все по-своему. И тоже быть счастливыми. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Засыпай, Алиса. Сладких снов. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка о принцессе, которая... Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая не была счастлива. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... ее жизнь была другой. И от этого ей было грустно. И она встретила машину. Она была так же одинока, как и девочка. И тогда они решили вместе убежать. И найти себе другую жизнь. По пути они встретили очень много опасностей, но... они были такие храбрые, что все преодолели. По пути они встретили доброго великана, который их защищал. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты. И жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются. А по правде все не так. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. А ты слышал про РА-9? РА-9 пробудился первым. Однажды он вернется и поведет наш народ. Он нас освободит. А если РА-9 не придет? Если это просто сказка, которую сочинили, чтобы дать себе надежду? Он существует. Я в него верю. Знаю, он среди нас. Когда время придет, мы все его увидим. Кэра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет.
каком смысле? Еще шаг, и я выстрелю! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок! Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть. О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, стоит ли нам. Вряд ли у тебя есть выбор. Пойдем, Кэра. Пожалуйста! Пусть девочка залезает! Карусель сейчас поедет! Вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Thank you.